Итогунен кандидатчилер, эхеги бюджетуска бирини карат. Сахабатар республикатин бастаке бересидиена. Биллер сударстуннай политический деятель. Саха народугар билинине сугурюну илбут духовный лидер. Теребит народугар. Саха омук жолугар теребит кихиден теркалахтук аттамут Михаил Ефимович Николаев сетини унус кунигар агухан пьесахан томтачутолла. Бу Михаил Ефимович Николаев юбилейдах кюнен белейти, Чукускай корот историятын музейгар, история в кадрах, первый президенттен выставка турда. Бүйін бейгі белей бітігер, бұ выставка асылджақпыд. Бейгі боллағанна корот музейн, корот музейя, оны корот архива боламыт, холбан, бұ бейт сүрдәғ үшігей выставка ұңырды бұд, бұ бейгі Уля битигер иккис манник выставка вот холбан ордут бастаки поллана городской дума икки хюсылгар анамыта бу билиген биге бебит уля битин те халгы шебатике ми ханабытигар бебит холбан улелен эребит атам бу выставка поллана Михаил Ефимович Николаев агон бесылгар анамыт история в кадрах ден аттах тоди та хав кадрах ден того мы поллана сүрүннен бу выставка вот Виктор Прокопьевич Яковлев Ден. Бу атыр бұт биллилер, саха фотожурналиха, фотокорреспондена, бігі архив бұтыгар 1999, онны кетігінші хылларға хартыскаларыттан, берілді біт хартыскаларыттан, бігі 300-тан тақса хартыска бігі хабар, олардан бігі сүймелден, бу именно Михаил Ефимович Николаев бар хатскалар мунням мыт бу бәбит семей выставка оңырды бут. Бу оттын автор тухнанетер боллаққа Виктор Прокопьевич Яковлев ден вообще хақа хирегерер бол баққа бағар Россияға дағаны бу бейхансыл тухары уяса уяңарын тухары фотожурналихынын үлелебит ағаяқ болу ден. Это бит тоғадеті хакенем. Баңардас фотожурналистері бол баққа бұл бір-біремеға агентство печати новости апыынға кіне үлелебіт. Хақалардың бастықыннан, хақа фотокорреспондентнардың. Оны болланы телеграфна агентство Советского Союза денгі 15 сыл бұға мүніштатны корреспондентнің үлелен қолыры бігі. Сақабыт сірін үлетін хамнағын, жонын туғынан Улахан кен эгегатар бит фотожурналист, фотокорреспондент болар. Оныттан кенники хылларга бу именно салаятчылары кыттахыдан билетергалы президентска пулга киссен. Бу именно президентнар биге правительствовы талаятчыларын үлелерин көрдерер хацкалара. Бу уясас тухары бихар хыптырманник халан халлы. Оттан бу Виктор Прокопьевич хацкаларыга основном биге бастакы президент мыт үлете. Көстер. Кені жонлары күтті көрсіхәне, рақ командировкаларға күннәғі үләте қамдаға. Оғынан барын, мен хамай білі тоққа бір түгенге тоқ-тоқым барамын, тоғадеті қа Михаил Ефимович Николаев политик бұғытынан аңдайдуға білі біт политик күрдік ден ханы біт, бігі ұлақан кейі, ұлақан дажы мен құлары хұрағар ханатчығым Михаил Ефимович Николаева ханатыға білі космос ден, дажы кенеге барды космос Михаил Ефимович Николаева ден, онына қайдар білі космической масштабтақ кейі күрдік демін өйдіңін кеніне, онын болағаны құлы бұра кеніне өйен, кеніне білен, кеніне ұбастан, о кені президентлерін сағаны әлбәқ арастамнақ ұлақан Россия дағаны болуын, андайду дағаны болуын, жонлары политиктара, общественный деятелдара келін бихи сахабыт сергер ғылжыттан көрін білен жонықыпта көрсіхен аспыттар. Ол онында мен қыртып тоқ-тоқым барым, қолы бұра Виктор Степанович Черномырдин ден, ота білілі государственный деятел, бихи Российской Федерация бұт, Брабытыстытын бірседәділі әттіға бұл Михаил Виктор Степанович Черномырдины амбастығы бұл Россия политиктарыттан нұшылы әттіға патриарх российской политики ден аттауыт кейлері 1915 сылдаққа бияға бұтсілігер кәлі ғыджығыта. Ол қатысқыта манна бар. Анатырым бұл аңарда сол Михаил Ефимович Николаев оннан Черномырдин эңенере бигинин тирегер болба тахтар киндер тастаргар. Бу Михаил Ефимович тахгар арастыннар балдар. Ол хаганнагы Михаил Ефимович саратниктара биргөлелеби жонро холора туралдара бигине ми нха интирегер холобара Юрий Кайдышев, Владимир Членов,
курдук, он на ким Владимир Гришуков, ян курду осаганна билле көстө, он на обсинан бо сахабит сирин экономической, социальной садитигер элбэх бэлэрин клаттарин келлер бюджоннор бухатскагамия көстөллер. Антран были патриарх Московский и всей Руси Алексей II и китекелэ хаджибута. Он был на бумирнеге келен түхәтін күтті бұл Виктор Прокопович кадра бұл түхінші 996 ғылақ мейліне көрет бордығар түспіт қатыс күті манна тұқты сүрдіғақ интерехіне. Манна мия біхеге білдер көстер, білген даже соқ біхені күтті хуақ жоннор қолыбыра. Афанасий Петрович Илларионов қолыбыра манна бар. Оныттан үрсылларға депутат бола хаджибыт, онна илтімені халайбыт. Виталий Иванович Басыгиса болса гана мирне корат мирне районун багылга анын холбара кас бийди хатыска бейте бу токто сүрдөгүн тирехине исторический солтала каска курдук бий көрөбүт алихин анны көддүр хататыбыт алихин бий хатыска батаныгар аннотация бу жоннор бүтүн бартын аттарын солларын киллерен олса гана ток дохуна ылахжыбыт тарын бартын киллерен мит холбара көддүр хататыбыт жоңго антрам болана бу Михаил Ефимович Николаев тох бир Анатолий Борисович Чубайс келхадивта хан тохон алтахлака. Оно было на бу амбастан бу кини вообще Анатолий Борисович тен эми бир российская политика вот эт бир биллер костер тохта интересный. Кихиден атрар огнан баран кини михабле олсагана тен Үп-харчы министрі болы хаджибыт. Онына болғанна, андойду тағы финансовай эксперттер әтелерінен бұл Россияға олсағанағы да лучший министр финансов ден аттан хаджибыт. Кені бұл. Ол кехе қолывары келен бұл, оны тоғын ағысыллаққа кені ол политикаттан ұрайын кені олған білі энергетика не салайыр. Россия бартын рау естен салай бұта. Ол кенде ананат бұл бігеға сразу ол жығыл келен біге сақабы цирин энергетикатын бұл көрс көріғыджер туға қатысқаты ме хүддәқ ме интерегіне ден әтихім барын. Антуран Михаил Ефимович аңардас дұрубыя, культура, чәте политика реттуар бол баққа. Именно спорт бі чәптігеді Бапростыргар эметтон бир улахан кылады келден бекке болар. Оның қолвара именно даже опсай нехеленер бол бакка оғо. Оғо спортын хайынларыга олах этергадлы біле кыхыл комис буконнын история кейд бекке болар. Қолвара беге хатскалы көддіребіт бо иккес анды дутағы оғо ойнып игры детті саха Азийден хатскаларын көддіребіт. Оның бир түйінгі тоқ-тоқпын бағарамын. Тоғы детаха бо хатскалар оғо детті Азии иккес Икі түхінші ғылаққа қатысқалар, оғынан бірі мені дейхін бағы история кейді дейхін бағырын, түхінші 1916 ғылаққа аңбастық Азия оғылыры, оңылыры бол бұттыры. Оның болығана құлы бұры тұх 205 әдір спортсмен күтті біт 10 команды. Онтан 4 сыл болан бірін, ұжы түхінші 107 ағыс оғы күттір, онына хүрбе 3 регионнардан, онына 13 атын дойдулардан келендер. Бұ 4 сыл разницылақ оңыларға бойылақ үрдік ғына бұл, үрдік тағымнақ, оныттың авторитеттінен бұл беге оңылар бұд, сақа әрігер маңдық тағымнақтық өсті дағыны баратырақтар ген әдебіт. Оның қолы бұра Михаил Фимович бұл именна оғы спорды хайдарығар беге хақабы тәрі әрігер бол баққа, Россияға бол баққа, андойдуға оғы спорды хайдарығар бір самы ұлхан қылады келдер бүткенінен беге мекен тұтты әдебіт. Иккес разделы дек қаду бұл оғылыр сочиненелер. Бұл болағана оғы корот библиотекатын мен библиотекам ден корот библиотекатарын үйпіт конкурсын күттатшылыра, сочиненелера
Эскетин мин президента битим боллар ден темага сурбут сочиненияр биги маннеми көрдөрүүгө турора мыт сүрдөгөн олора биги выставкабытын аңардас хаттыскалары Михаил Фимович Улахан жандары кытта хаджыбытын көрдөрөр боллактырына бу именно оголор ханалары Михаил Фимович туһунан оны опсенен президент тугугунехтаган оголор характарынан көрдөрөр наха сүрдөгөн тирехине выставка ме бар болду дехпин багарабын онтон бу Спиридонов айтал сочинениеттен агаяқтылы етіндерем әті. Өскөтін президент әбітім мін, жоннарға көміл хүйеқ әтім мін, тоқ бары барыны оңыруқ әтім мін, жоллағы жокус кай коратым, сайдан тупсан әргер, күрук ұрас тұрарғар үләләхеқ әтім мін. Ден тоқты сүрдәғ, үшігей тұллардағ сочинениелар баллар, оныттан бұ Михаил Фимовичке Эгердеден Никита Филатов тен хүйтбі 6-с нөмірді ғосқолы түрдіс екілағын өрінәтшіте бұ сүрдәғ, істің тұллардағ Эгердеті әме бұ біхеге выставка бұтығар тұрар. Оның қолы бұра біхеге выставка бұт аңардас бұ Михаил Фимович Николаев олығын үлетін рекордерер бол баққа бұ Эдер ыччат о сүрүннән оголор буллади 40 класс 400 класс 200 класс оголор киннер Михаил Фимович бәйләрен характарынан президент бүгитенән киһи бүгитенән көрүлләре эмие манник бихиха выставка курдык тахсыр та сүрдә үчүгә оны тергәлүттән белем биреме силбәйтә биреме сибәһә жоннарот өен саната эдер ыччат туганыра инникегә кескилә бихи выставка бүтермие Костер. Хочу остановиться, во-первых, вот в том переломные дни августа 91 года. Вот, в то время я работала первым заместителем председателя Госплана Республики. И по устоявшейся традиции в это время, в августе, мы обычно большой бригадой работников Госплана Министерств ведомств ездили на защиту проекта плана социально-экономического развития республики в Москву и ходили там по Госплану Российской Федерации, по Госплану Союза. И вот на 19 августа мы проснулись, и каждое утро мы ходили на Колпачный переулок 9, в Москве, где располагалось наше посредство в те времена. И отчитывались там руководству, что мы за вчерашний день сделали, за сегодняшний. И 19 августа, значит, мы пошли на Колпачный, через Красную площадь, жили мы в гостинице «Россия». И вдруг смотрим, такая тишина, вообще народу нету. И на Васильевском спуске танк стоит, и в сторону Солянки танки стоят, да? Мы вообще так удивились, пришли в этот Поспредцево, вот как раз с Анастасией Кирилловной мы там были. И ходим там тоже на работе, какая-то тишина, потом Михаил Фимович пришел. Он как раз там был, в то время он был председателем Президиума Верховного Совета СССР. Угу. Что случилось? Мы спрашиваем, он прямо молчит, а мы все его боимся же. Вот его, конечно, роль, что он тогда не растерялся в эти дни, да? Там же там не пропускали этот здание там правительства Российской Федерации, которое стояло напротив гостиницы Украины. Народ уже собрался, видать, да? И целый день его не было, а потом он появился вообще чернее тучи такой, нам ничего не рассказывал, да? Ну вот его заслуга в том, что он мужественно, ничего не испугался, добился приема у Бориса Николаевича Ельцина, и таким образом он как-то установил вот связи, да? Сейчас, оглядываясь с высоты вот этих лет, соображая, что в то время, как делалась история, новейшая история республики, да? Абсолютно новейшая. Время было... Интересное вот сейчас, когда я вспоминаю, во-первых, ну и трудное, все разваливалось, да, и в то же время создавалось, ну, все новое. И роль
роль Михаила Ефимовича, конечно, сейчас с высоты этих лет оценить можно. Это действительно он сделал очень много, да, всю политику, как дальше вот республике надо жить. И такие революционные шаги он сделал вот в образовании, в здравоохранении, все, в культуре, да. И такое было, ну, у всех такое настроение было, создавалось что-то новое. И, конечно, команда у него была очень сильная, да. Вот роль Вячеслава Анатольевича Штырова, который в то время был председателем правительства, вице-президентом республики, да. Я помню, что... Ну, то, что они там проговаривали там, в своих встречах и так далее, уже это притворялось в жизнь. Да. Я работала в 93-97 годах председателем фонда управления госимуществом республики Саха-Якутия, исполняла обязанности представителя госкомимущества Российской Федерации, то есть работала... по приватизации, и это все проходило под, конечно, под руководством председателя правительства Вячеслава Анатольевича Штырова. Команда была у него, конечно, сильная, каждый свое дело знал, и поэтому они очень многое сделали, обеспечили вот прорыв в развитии республики. И за это надо отдать Михаилу Ефимовичу, конечно, должное. В те годы же очень много приезжали, да? Вот. Анатолий Борисович Чубайс, он был председателем госкомимущества, я с ним была лично, в принципе, знакома, да? Вот он приезжал, вот эта фотография показывает, как раз его, по-моему, какой это был год, интересно, 96-й. Это... создание РАО ЕС России. Все должны были объединиться под эгидой РАО ЕС России, потом уже разбиться там на генерирующую сеть и на поставляющую вот электроэнергию. Ну, его роль неоднозначна, но надо ему отдать должное. Он, конечно, организатор, такой крупный организатор, провести без... кровопролитие, земельную реформу, разделить там собственность и так далее. Ну, кто как там исполнял, кому достались эти богатства, это уже второй вопрос. А в том, что вот так вот это прошло, в принципе, его роль большая. Ну, вот Василий Михайлович Власов, ну, соратник Михаила Ефимовича еще с обкомовских времен, наверное, да? Вот он был председателем правительства, вот с ним было очень интересно тоже работать. Но тоже вот это уже исторические личности, да, исторические фотографии. Хотелось бы поблагодарить музей города Якутска, что они организовали вот такую выставку, которую фотографии, которые снимал вот, Виктор Яковлев. Я его тоже очень хорошо знала. И на той встрече были... молодые студенты, и им было действительно интересно послушать вот из наших уст рассказы о том, как творилась история республики в 90-е годы. Михаил Ефимович Николаев, улу, улахан, тахычы, кенкару ляқы, мен кені команды тәрхи депутаттан олыс кен тұттавын деқа. Мен мана кылгастык токтом эте юрах министерството үлөлиркенмин. Мана Бубудемир Дмитриевич Слепцов, ден министр, Игорь Петрович Жирков, кендер мен кенлерге юрах министр сол буячынан үлөлөбетим. Ол кемнерге бу Михаил Ефимович, хамы хепке жон санаттыгар таянан бу саханы саха деп бите. Онно бу юрах министерствонун национальный концепцияны ылымыта. Ага. Онун бу национальный концепциясы айдытыгар учутолор ролдору олус үрдәбите киннәрөңөлөрө ден олус улаханыта.
Джон Барта ухтуб таха сулар олус раханетилер. Кеги били хевиске кенле атин тоха көрүгөр улахан рахан хатчы тох сох камегер окунамарын именно бу Михаил Хюмович жоңго тухайан үлете олус үхэт таккабы тегенбин. Онун хакаһире оннук наха түспета. Онно элбах Орол он ямато он бу именно саханы сахадиен учаты итиге огону итиге олус ойбах оролур бут. Огурду бу юрах министерство тур олух саңа программалар авторская программалар бат келбиттере. Ону таһанан ол национальный концепция иген. Он олуханнык ЮНЕСКОнык төлөлөспөт. Международный эти андай до нукта олох үчөйдү күлөлөспөт. Даже олору юракыда жүппөт. Эти тохурдук эттака бу Никита Андреевтин горный баалыга барды. О кене Шотландия барын жүрүн айтты. Мен билен эти телевизорго көрдүк мен курганны ханыбын. Онун хаста ки барын өрөнмөт. Элбах аны ол таанан оголу бу Михаил Фимич мен ого ону маны көрөн истен сайдык тактен ол именно онун болбут. Онун манна эдин лицейдар ханга кочевой школалар ден малокомплектный школалар ден эмне бартын ол кемге токуйданан онно эти программалар оңорон ону суваттан тохтан фонд развития образования ден болбут. Онно бу бюджет хака хенин бюджетин сүрбө биз бырыгына барарат. Онну келбек качыны көрөн истен. Хылай осколалар онну осколаны келлерер этифит. Детсаттар келлерер эти. Төхөдө онну Михаил Ефимовичтинне ол жоңго таяммыта келлер санааларын хепке тухаммыта дейін ити тох. Михаил Ефимович бу кене тох куя барта онтын кенеке Россия келен испеті. Ити добрый дела дейін программада. Это культура программалары, унаркалбак программа барты эти россиялар кенники киниттен ылымытыр ол курдук бу ия күнне ага күнне кенити барты Михаил Ефимович токуйдабыт тохтар. Онун именно кихия хаурбута эти олус кихини саханы саха деп бите олус чүгей деген. Ону мен хамы хыналыбын киниттен. Онан тон кенеке мен бүлүгө багылгынын ыппыта, анан бүлүгө жаран элбактык алтыс бүппыт, анан кеме командировка келен, көрөн, истен, кайдак сайда бүлүгө кылгырга, газ болан олга, кайдак манна тоханарга, тохторго анан мен хамы сөгөрүм ден, жонун ачыдык билерет. Кеме бу управляющий дар бригадир дар жонолох тыга барар ханар көсүп кетин бартын билен олус наа чүндүк кепсетер атын соолу негин бартын онук арай бирде биги второй чечуга тийбепит онна герой бут Петр Иванович Протопопов олор эрете ону көсүү жан келбетага ону Михаил Ефимович олох бэте баран көссөн кепсеттен тоохан адыйрын бартын ыйыталаан тохтабыт наа онтоту наа улус бу кии быытынан кенен наа чүндүк көрдөр кихикихите онна юрах министерствосуда үлөлүхитарын бие ол ЮНЕСКОлары ингетте нахал өлөхөрөтүбүт онна мен Малайзияга ЮНЕСКО конференциятер барын выступайдабытым о выступайдыр бир ото выступайдатым окенне тонорой жон барты мия сүрөн келле ары оказывается жон барты кагыт тутайдыр о кагыкка елсин таатта хака костюмна о кайды жарабет онун мен олох успех па болдум он ол тохкайдар ол кагыт мияха өсө билгин да ба онун ол тохторга махан терехине этемие тохка ону Михаил Ефимович тохтон да чагай батта тугу бартын сатыра эме бирде көстүбүт этинме эти табалар ыкыттажарды ону бииги бирде эти алроса муняан кеннеттен анабарга көппүт ону штурофигин барып алылар эте ону барбар Андреевна Петрова бар эт ону кытты көппүппүт онун тийбиппүт тогор таба бегоно калбыттар
порка такой был, там она как-то кумар бегает и белит лапа. Кейка он такой вот, он не курдык. Он у Михаилов и Мечуча батыл таққан баран. Олық табаны тұтан ұрламаны бұл бұрағар тоқтырынан бұраған олық. Үші байдык күру конын әрі жарықтан бұл кейі күрді тоқтан. Мәншіктерінен. Онын олық түгіндомдуға сатыр көрер. Онын қаттері наға кен тұттабын кененен. Республика вид экономикатин сахасирин бары олохтохтурун төрөт культуралара народ үйрагарите доробе харастабула наука сайдарыгар бары билитин кыгын берен турун үлелебит жогунна кылады киллер бит сахабыт республикатин бастыгы президенти Михаил Ефимович Николаев албаната келер үйнер итчакка үрдүккө тутулган холобурга сылжага антаманын бүгүнкү берибит түмүктенер хас күнай бужукускай бирини көрөгүтүн умнуман карсы хадир.